Вот 8 марта. Племянник мой просто за шкирку ведет нас кормить то ли утей, то ли гусей, то ли лебедей. Как интересно. Халайрулух. Охо, кутю там кормят. Ой-ой. Это зеленый остров в городе Черкесск. А так близко 40 кинтеп не гать енде. Мен ужаннан келем мешин обла. Не летят, это только утки или и гуси есть? И лебеди есть? Здесь есть 3 лебедя. Есть они? Да, есть несколько мускусных уток. Мускусных уток? А что это такое? Индоутка чалай. А цвет какой у них? Они не очень красивые. Товарищи, слышали, что есть такое, такая порода уток? Мой племянник говорит, что мускусные. Ох. Да, няга, здесь не кидай сейчас. Не кидай его. Посмотри. Все. Посмотри, все сюда разом поплыли. А вверху тоже кружат. Снежок вот. Снежок. 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 Вон там лебеди, посмотрите. Вон там лебеди. 3 лебедя. О, плавает. У них и домики есть, оказывается. Когда штормит, они, наверное, вот в домиках отдыхают. Я тоже хочу покормить. Дайте мне хлебушка. Ради Аллаха, дайте мне кусочек хлебушка. Да, подожди, не так. Байдымат кормит, утяй. Утяй кормит. Утяй, о, голубки. Сейчас, идите, нате вам все, что же. Идите, идите. Вот, посмотрите. Вот так. Мы даже голубей кормим, не только утяй. Вот так. Вот так. Вадим, Вадим из Ютуба, который очень любит птиц, с лебедями разговаривает. Где, которая? А, вон коричневая. Видите, мускусная, говорит утка. Вот она она. Вот она она, кряква уксусная. Уксусная или мускусная? Мух. А что такое мускус? Я думаю, охо. Так, вы будете в Ютубе, птички, платите. Ага. Специально для них купили угощение. И вот посмотрите. Убегай, убегай. Посмотрите, футбол. Один забрал мяч, все за ним бегут. Вот эти. Да нет, мы же на руки сядут, а? Посмотрите, где они. Прямо под ногами у нас. На, иди покушай. Иди, на, на, на. На. Ну иди, не бойся. А, лебеди, вон. Вот он. Сейчас туда. Ути, ути, ути. Какое удовольствие видеть мирное вот такое вот сосуществование разных птиц. Дети приходят, люди приходят, птицы летают, кряквы плавают. Вот прямо у моих ног, и не боятся же, вот же моя лапа. Че? Где мускусная? О, две мускусные, говорит моя внучка. Где мускусная? Покажи. А, вон они все вместе. Где? Одинаковые. Прямо там? Да. Да не может быть. А где еще мускусная? Сколько их? Посчитай. Посчитай их, сколько там. Сколько мускусных у тебя? Три. Три? Ага. Так, на, сама кидай мускусной. Возьми. Кинь мускусной. Давай. Раз, два, три. Кидай. Вот так как раз три кусочка. Опа. Летит там, посмотрите. Летят ути, летят ути, и два гуся. О, здесь есть. Кого люблю, кого люблю, не дождусь я. Приди, милый, приди, милый. Что-то такое. Встрену, а я встречу. А здесь есть мускусные или нет? Уксусные здесь есть утки? Нету?
А что это за башня, племянка? Это лифт. Лифт это? Да. Ух ты. А зачем здесь лифт? Здесь так хорошо. Не, ну это инвалиды. А, инвалидам. Вот надо же, как предусмотрено. Это зеленый остров в городе Черкесске. Очень красиво, но мы под вечер пришли, наверное, не будем все обзор делать. Только решили уток покормить и убежать. А у нас еще, посмотрите, кто. Голуби мира. Да, и Аллах мира всем. Всем людям, всем народам, всем государствам мира. Мира. Вот, 1957 год. Это что значит, Ямалушка? Что было в 1957 году? А. Еще этот звонит. Я выхожу, этот звонит курьер. А там, посмотрите, каскад водопадный. Камалушка, вон там каскад, посмотри. Улетят тут, посмотрите. Надо вам крылышки подрезать, а то еще улетите в теплые края. Забросите Карачаево-Черкесию. Они не улетают. Не улетают? Потому что их кормят, вода не замерзает. Вода не замерзает, их кормят, конечно, рай земной для уток. Ишь ты, какие молодцы. А кому досталось? Ну-ка, давай, молодец. А ну-ка кому, опа. Ау. Вот так. Спасибо, самолета съели. О, все съели, да? Да, 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 уже иди той гала. Дай бы сок. Кусмяра кому досталось? Давай. Ну-ка, давай. Смелый города берет. Давай. Молодец, убегай. Я за тобой убегай. Кусмяру свою забирай. Забирай свой кусок. Все, налетают другие. Давай, забирай. Отбери этот твой кусок, тебе дали. Так. Отбирай, тебе говорю. Ну все, отобрали. А ты еще крас... Ау! Ой, дельни, покажи лебеди. Вон там, сейчас мы к ним пойдем. Представляете, Пороша, снежок такой, мама, знаете, отрубной снег идет. А, все украли от того. Украли уже? Ах, они такие сякие. Где она? Ага, ты посмотрите, первый убегает, за ним трое. Посмотрите, с большим куском хлеба в клюве. Посмотрите, что творится. Ай, молодец, на суше ест. Посмотрите. А когда холодно, где они прячутся, а? Вот это домики? А, ну. Ну, а их же много, что там домика, сколько? Еще сидят. Сейчас они там вдоль берега тоже сидят. Ага. А вон хлеб, посмотрите, что-то. Или бублик. Сен Матханса бублик. А не гашамеля, да? До свидания, уточки. До свидания. До свидания, голубочки наши. Мы с Одиной приходили покормить вас, видите? Приятного аппетита. Приятного вам. А! За твоей спиной снег. За моей спиной снег. А ну-ка вытруси. Смотри. А так, кошка. Молодец. Где кошка? Где? Скорее, Варвар. А ну-ка, где? А, вон, это барсик. За утками, наверное, пришел поймать утку. Черный барсик, пантера черная. Видишь, довольный, помахивает нам крылышками, машет. Тюжеля тая. Какие деревья. Посмотрите. Мусорняшки. А, где? А, представляешь? А что это он по берегу идет? Вот клянусь, идет, чтобы поймать какую-нибудь утку или уточку. А утка, нет.
Хо. А кошки умеют плавать? Кямал? Кошки не плавают? Нет, по кошачьи или по собачьи? Как? Умеют, но воду не залазят. Не залазят? Они боятся воду. А ты откуда знаешь? Такая все знайка. Книга-учитель, книга-наставница, книга-близкий товарищ и друг. Ум, как ручей, высыхает и старится, если ты не выпустишь книгу. А если ты выпустишь книгу из рук, сказал Боков. Да. 8 марта 2022 года. Город Черкесск. До свидания, город Черкесск и Зеленый парк. До свидания.